Как проходил кастинг? Я не очень люблю заниматься кастингами. Я, в принципе, как бы знаю, кого я хочу на ту или иную роль. Я много знаю артистов, примерно понимаю, кого я хочу. Либо тех, кого я, с кем я работал, либо тех, кого я знаю. Если я кого-то не знаю, то я смотрю на фотографию, встречаюсь с человеком, беседую там 15 минут, и мне примерно понятно, хочу я с этим человеком работать, подходит он или нет. Я вот как бы пробы в режиме проигрывания сцен не люблю. Поэтому, в принципе, вот кастинг проходил быстро и легко, учитывая то, что еще это была моя первая такая работа, мне нужно было опереться максимально на свою команду, так мне было бы легче. То есть, команду вы имеете в виду, в том числе и актерский театральную, актерскую команду. Состав, театральную. Да? Да. Вот, то, соответственно, вот я и выбирал в основном из тех людей, которые уже работали со мной, моего круга.